Привет! Вот и закончился выходной, и мы снова возвращаемся в рабочую неделю. Выходной, я не знаю, как у вас, у меня выходной пролетел катастрофически быстро, и опять я снова не успела толком ничего сделать, но все равно, конечно, часть работы, какую я запланировала, я ее сделала. Я не знаю почему, но день пролетает безумно катастрофически быстро. Иногда хочется остановить это время, и уже когда наступил вечер, я смотрю, оглядываюсь, уже темно, уже наступил вечер, вот и прошел день. Но скоро наши дни пойдут на прибыль, и день будет удлиняться, и он будет казаться уже более долгим. Поэтому, как один сказал недавно мой знакомый, когда вот наступила зима, я сказала, ой, наступила зима, деревья все опали, как-то пасмурно. А он говорит, так скоро же весна будет уже, ты же не забывай, вот скоро уже наступит весна. И действительно, сейчас вот уже декабрь практически заканчивается, сейчас праздничные начнутся дни, а эти праздничные дни тоже очень быстро пролетят. Там уже январь и февраль, а к февралю, у нас же обычно в конце февраля уже даже некоторые деревья распускаются в нашем штате. Поэтому скоро будет весна. И, конечно, такое предпраздничное настроение. Я знаю, все хотят выглядеть очень красиво, очень молодо, особенно наши девушки. А, наверное, собираетесь куда-то пойти на какие-то мероприятия. И все, конечно, самый главный вопрос. Как выглядеть хорошо, красиво. И, естественно, кушая всякие вкусные вещи на празднике и не поправиться. Но о том, чтобы не поправиться, я расскажу в следующем видео. А сегодня я вам хочу представить безумно хороший продукт, которым я пользуюсь. Это будет продолжение о тех кремах, которым я использую. И я сказала, что я расскажу о каждом в отдельности. Вот. И я бы хотела заострить внимание вот на этой безумно хорошей пенке. Это пенка вот в той же компании, которую я использую. А я, в общем-то, раньше как-то не очень-то доверяла всем этим от целлюлита, от этим всем, я думала, это все как бы рекламы, вот. Но попробовав вот эту пенку, вы знаете, я просто в нее влюбилась, просто влюблена в эту пенку, и ни одного дня не проходит, чтобы я и не использовала ее. Я ее использую, эту пенку, два раза в день, утром и вечером. А для чего эта пенка? Ну, во-первых, она сглаживает все проблемные зоны, особенно у кого есть какой-то целлюлит уже. Вот. А я наношу эту пенку два раза в день. Я ее наношу на все проблемные зоны, которые я считаю. Она как бы все это разглаживает, укрепляет, делает укрепляющее, оказывает укрепляющие свойства. Вот, и подтягивающее, самое главное, подтягивающее. Куда я ее наношу? Конечно, я наношу на нижнюю часть своего тела, на бедра, на живот, на все какие-то, если я считаю, что где-то какие-то проблемные зоны, я ее наношу, и вот я уже месяц ей пользовалась, а это уже вторая пенка, которую я открываю. Вот, в общем-то, ее хватает надолго, на полтора месяца ее хватает. Я полтора месяца ей пользовалась, можно сказать, я ей там заливалась и обливалась. Вот, и очень надолго хватает, очень-очень экономная эта пенка. Вот, когда я ее стала наносить, конечно, эффект не сразу пришел, а надо было воспользоваться где-то, ну, возможно, дней 5-6, но когда я увидела результат, я просто была вот удивлена, крайне удивлена. Это действительно был ошеломляющий результат. Все ноги, бедра, живот, все это стало подтягиваться. Все это стало очень смут, очень такое сглаженное, натянутое. Тело такое стало красивое. Вот. Потом я стала уже на локти намазывать, на колени, чтобы никаких не было потрескиваний, никакой сухой кожи. И естественно, куда я еще ее употребляю, это на свое лицо, шею и декольте. Вы знаете, вот каждое утро и каждый вечер, когда я умоюсь, я потом каким-то спреем спрыскиваю лицо для того, чтобы оно как-то у нас увлажнилось. И потом я наношу эту пенку. Это
Свойства этой пенки просто действуют ошеломляюще. На подтяжку, на освежение, очень освежающее лицо. У меня одна знакомая совершенно недавно заказала такую же пенку. Она заказала коллаген и заказала эту пенку. И я ее через какое-то время увидела, встретила. Она, в общем-то, употребляла буквально где-то 5 дней. Этот, выпивая коллаген внутренний и используя эту пенку. И знаете, когда я ее встретила, я даже на какой-то момент забыла, что она у меня спрашивала информацию. Я ей дала, естественно, информацию, где и как купить эту пенку. И я смотрю на ее лицо, а я, в общем-то, ее каждую неделю встречаю, потому что она мой кастомер, она приходит в мою школу, приводит своего сына ко мне в школу. Если она меня сейчас видит, я ей передаю огромный привет. Вот. И, знаете, я смотрю и просто засмотрелась. Ее лицо меня просто очаровало в тот момент, потому что я ее постоянно видела и прекрасно знаю, как она видит. И я на какой-то момент даже я забыла, что она вот пользуется этой продукцией. Но потом, когда я поняла, когда я вспомнила, и я смотрю вот на ее лицо, и думаю, что у нее нет, что-то новое, что-то свежее в ее лице появилось. Самое главное, лицо было подтянутое. Оно такое было подтянутое, у нее разглаженное. Это вот просто от одной пенки. Я, вот честно сказать, я смотрю на себя и вижу результат. Но себя я вижу каждодневно, так сказать, и я привыкла уже к этому результату. Я уже как-то вот с этим сжилась, и, конечно, я вижу улучшение. Но все равно, когда ты видишь себя каждый день, оно, в общем-то, нету такого вот радикального такого изменения. Но когда я увидела ее и увидела ее подтянутое лицо такое, вы знаете, наполненное, жизненное такое лицо, я просто, вот, честно говоря, была поражена. Вечером, конечно, я уже когда освободилась, вспомнила я про себя все это. И вот мы с ней стоим, разговариваем, я смотрю на нее и не могу глаз оторвать, понимаете? Вот настолько была вот радикальная разница, когда я ее видела до этого и после того, как она буквально 5 дней стала использовать просто одну пенку, без кремов. Конечно, я ей очень посоветовала использовать еще к тому же и крема, и сейчас советую, чтобы это в комплексе было и чтобы это было гораздо лучший эффект, но просто вот после от одной пенки такой ошеломляющий результат, такой подтягивающий и освежающий эффект. Вы можете себе представить? И вечером я ей, конечно, написала сообщение и сказала свое мнение об этом, что я действительно просто от всей души, я просто была поражена вот этого эффекта. Хотя она говорит, да я вот только 5 дней стала принимать это все, и сама вот просто поразила, что ушла какая-то краснота, какие-то вот проблемные вещи. Вот, поэтому я очень-очень рекомендую. Если честно сказать, можно даже не использовать крема, а просто использовать эту пенку, и то уже будет определенный результат. Ну а если еще и в добавлении есть возможность покупать крема, конечно, то это будет просто эффект, я не знаю, это будет бомба, как одна из моих учителей говорит. Это будет бомба. Вот, поэтому, если кто-то заинтересуется этой информацией, пожалуйста, напишите мне, позвоните мне, как вам удобно со мной связаться. Если на мессенджер, на WhatsApp, я всегда отвечаю. У меня все есть эти платформы, я всегда могу ответить. Хотите смс, тоже, пожалуйста, пишите. Не стесняйтесь, я всегда вам помогу и подскажу, где можно купить. Вот, конечно, когда ты выглядишь хорошо, освеженно, и ты просто начинаешь любить сам себя. Понимаете, вот сам себя, когда ты видишь свое лицо вот такое вот подтянутое, я говорю, я каждое утро жду с нетерпением, каждого вечера, когда я попользуюсь и буду использовать всю эту косметику вот на себя, потому что, ну, я просто вижу сразу же, буквально после одного использования, уже это подтягивающий эффект такой, освежающий, сглаженный такой, подтянутый. Очень-очень рекомендую использовать эту пенку. На сегодня я закончу, а в следующем своем эфире я буду дальше рассказывать по всем кремам в отдельности. И сейчас, конечно, дальше после видео я выложу постом, какие положительные эффекты оказывает эта пенка, вы можете почитать. И, пожалуйста, снова, если какие-то будут вопросы, обращайтесь, всегда рада помочь. На сегодня я всем желаю хорошего дня.
позитивного дня. Несмотря на погодные условия, пожалуйста, оставайтесь всегда. Будьте счастливы, будьте радостны, улыбайтесь. Ждите наступления праздников. Таких прекрасных праздники у нас должны быть. Вот Крисмас, Новый год. Уйдет этот год. Мы его отправим и забудем про него. Вот, пожалуйста, всем хорошего, позитивного дня, счастья, здоровья и красоты. А на сегодня пока-пока.